Эйо, what's up? Вы находитесь на канале Рубака FM, а это Токио, наполненное разными призраками. Короче, Ghostwire Tokyo. Не знаете, что мы будем с ним сейчас делать? Да, вы угадали, будем его проходить, как всегда. Пройдем его полностью. А, давайте. Что нам бонус должен какой-нибудь выпасть. Амикуди Кити. Споры будут выгнаны. Преграды вот, вас вот. Не остановят. Пока действует этот эффект, чужики наносят вам в два раза меньше урона. Это приятно, полезно. Такое я согласен взять в свое распоряжение. Попользоваться, так сказать, да? Ага. Ну, смотри, сколько продуктов здесь лежит. Сейф. Ой, тут где-то продуктовый открылся, видимо. Очень много всего раскидали в окрестностях этого святилища. Хорошо. Ну, слушайте, вот сюда мы так и не смогли попасть, да? А, это просто двери, окей. Я думал, это какая-то комната, часовня, храмовушка какая-нибудь, знаете, такая небольшая, где там разное происходит. Но оказалось, что нет. В целом-то нас ведут, ведут куда? К сайдовому кусту, да, насколько я понимаю? Ненавязчивые видения. Они. До последнего клиента. Потерянная девочка. Так, сайды, сайды. Вижу сайды, которые мы открыли новые, да? Есть сайды, которые, видимо, остались еще каких-то там времен. А как мы резко, да, перебрались? Смотри-ка. Мы же где-то здесь обитали. Мы обитали здесь. Резко оказались здесь. Сейчас мы... Ну, хорошо, ладно. Я в целом-то не против. Сейчас мы попроходим сайды. Такова уж будет эта серия. Мы можем двинуть дальше супер быстро по сюжету. Как жизнь? Случайно не хочешь немного подзаработать? Смотря что ты предлагаешь. Хорошо. Мне нужно как можно больше ему продать. Магатама. Она мне не нужна. Талисман. Under the water. Очки. Кастомизация сейчас меня тоже мало интересует, на самом деле. Потому что, ну зачем? Он у меня от первого лица бегает. Я бегаю, точнее, от первого лица. Я его не вижу. И смысла в этом становится как будто бы ноль, да? Ну, пользоваться фоторежимом, ну, у меня тоже, да, скажем... Прямо не очень хорошо получается, потому что в бою оно не используется, а мне очень хочется, допустим, врагов, да, там запечатлеть. Ну вот, поэтому приходится это вот так. Они. Я уже они. Это же демоны. Они должны быть большими и страшными. А я тут выяснил, что они не такие уж и плохие. Ага. Да слово какие? Они происходит от древнего слова ону.
Это значит невидимый. Раньше было как? Если в городе или деревне происходило что-то плохое, люди во всем винили они, то, что не могли увидеть. Да уж, бедные демоны. Так что, где ты видел они? Я встретил недалеко отсюда собаку Пандани. Дал ему кибиданга, и он после этого вызвал они. Собака, которая любит кибиданга? Прямо как в сказке про Момотаро. Начинается. Только собаки нам и не хватало. Что погоди, такого? Ты что, собаки боишься больше, чем они? Кто я? Нет, конечно. Я тебя прикрою, если что. Так, у меня появилась кибиданга. Это хорошо. Теперь мне нужно найти собаку в Бандане. А еще, знаете, что я вот сейчас подошел к нему и вспомнил про то, что очень много же всякого дерьма раскидано по городу, которое днем с огнем не сыщешь. Типа вот этих вот хвостатых тануки, они же могут быть где угодно, правильно? И мне надо у предметов отсматривать какие-то хвостики. Вообще, мне кажется, непроходимая задача. Ну, это невозможно. Это невозможно. Ну как это можно сделать? Если потратить 1 000 000 часов, то, наверное, можно. Я иду, Мари. Жди меня. Неси, сеструха, ты не умрешь. Так. Я себя переоценил. Ну хорошо, мне надо, я хотел монетки подлутать. Где? Вижу одну собаку. Ну, давайте дадим ему корма. Сейчас погладим, да не корма, но это не та собака. Не так, как описывал дух. Да, я знаю. Что ты думаешь, я собак не могу различить в Бандане и без? Ну, вот, шо? Угощайся. Это вообще неуважение ко мне. Тихо, ешь спокойно. Давай, копай. Очень мало они стали давать. Мне кажется, это он. Смотри, какая... Признавайся, ты можешь отвезти нас туда, где видел они? Ну, погнали. Вот это я, по-моему, зря, да, побил? Черт, откуда эти твари тут взялись? Акито, защищай собаку. Ай-яй, ну ты... Вы что тут устроили, алло?
чтобы применить умение резонанс, заполняйте шкалу резонанса, отвлекая врагов и используя быстрое изгнание. Как так? Ну, слушайте. Что-то жестко, вам не кажется? Ты можешь показать нам, где живет Они? Что-то жестко, ребятки. Я прям что-то такого не ожидал. Так. И что же делать? Черт, откуда эти твари тут взялись? Акито, защищай собак. Нормально, не так сложно, как показалось в первый раз. Вот и все, мы справились. Пусть псина зовет своего Они. Думаю, можно звать Они. Какая жесть. О, настоящий Они! Я не удивлен. Им была нужна твоя сила. Если ты передашь ее нам, они больше не будут тебя преследовать. Мы не сделаем с ней ничего плохого. Маготанку получили. Хорошо. Очень хорошо, молодец. О, вот они где находятся. Не наверху что-то есть. Ну вот оно мне на самом-то деле сейчас надо или не надо. Наверное, они что-то охраняют. Я просто посмотреть, убедиться, да, что я не просто так здесь.
Так, ну в целом до конца непонятно, да? Разобрались-то с этими. Очками. Но до конца непонятно, нужно мне было сюда или не нужно было мне сюда. И что особенного здесь мы нашли, да? Да как будто ничего. Вот тут-то и оно. Так, ну по-хорошему-то нам надо вот туда, да? Но мы же пойдем по бочкам. Святилище Мацуи. Что, друзья, как думаете, пойдем мы по бочкам или не пойдем? Навязчивые видения. Похоже, один из духов хочет что-то сказать. Тоже видите, ни хрена непонятно, насколько там эти побочки мне чего-то добавляют, прибавляют. Я пока ничего такого серьезного не чувствую. Бабки за это дают, вот это приятно. Итан Момен, похоже, один из духов. Ну, тут, короче, везде одно и то же описание. Багровая луна, кто-то хочет связаться с Кей-Кей. А вот это уже интересней. Так. Раз так. Почему вот этот участок у нас закрыт? Все вокруг открыто, а он закрыт. Какая-то тайна, не иначе. Какие-то секретики. Какие-то игровые моментики, да? Так, ну хорошо, что он хоть как-то умеет паркурить. Без этого было бы вообще грустно. Грустноватенько было бы. Надо им помочь. Смотри, к ним прибыло подкрепление. Готовься встречать. Как не вовремя. Понял, мне кто-то втащил, да, сейчас? Или это шар прилетел? Ну, давай, алло. Не будем тут устраивать. Согласен. Пу-пу-пум.
Ну ты вообще что ли, дура, пугаешь меня? О, блин. Фу. Как это было неожиданно неприятно. Интересно, что это? Проклятая видеокассета. Некогда популярный видеоноситель. Раньше и кассеты записывали разные телевизионные передачи. Давайте посмотрим. Сейчас можно посмотреть. Манекен Нека, Харгай. Некогда зловещая надпись на этой кассете гласит: «Проклятое видео!» Записанные на ней кадры выглядят довольно жутко, хотя разобрать, что именно происходит, непросто. Некоторые проклятия можно записать на пленку, а затем делать копии оригинальной записи. Распространять таким образом проклятия можно не только через кассеты, но и через текст. Кто знает, может прямо сейчас вы читаете проклятые слова. Эй, не надо, пожалуйста. Эй, я не хочу. Сорок. Ого, вот это я сильно сейчас потрачусь. Нет. Ребят. Давайте не будем сильно нагнетать. Сделаем вот так. Вполне себе. Согласен. Это только начало. Здесь лежит Мари. А здесь не лежит Мари, но здесь есть какой-то квест. Ну, 150 метров это не так уж много, поэтому я думаю, мы добежим. Опа. А это вообще было неожиданно. Наверное, нам надо было превратиться во что-нибудь побольше. Наверное. Наконец-то человек. Это думал, все кто... Понятно. Ну ты давай этот, вали к своему начальнику. Ну хоть с этим разобрались. Зачем я сюда залез? Кто-нибудь скажет мне? Кошечка. Поверить не могу, что этот болван превратился в Тори между домами. Это кошка мне подсказывала, да? У меня нет зарядов. Нормально. Разобрались. Если честно, я думал, мне не хватит зарядов, чтобы их раскидать. Думаю, надо просто пробежать сейчас. Одна меня спалила, да, все-таки? Ну хорошо, одна это не так много. Сильно задерживаться на ней не придется.
мехи начались. Что теперь? В больнице я вернусь не могу. Помогите! По больнице ходят какие-то страшные твари. Я кое-как сбежал, но вернуться туда не могу. А из-за чего это могло случиться? В палате на четвертом этаже лежала какая-то девочка. После операции на глазах она стала плохо спать. Говорили, она очень тяжело умирала. Не исключено, что скверна скопилась из-за ее страданий. Придется выяснить, что случилось. Пойдем, что, проверим. Девочку вроде как положили на четвертый этаж. Вот так, да, сразу меня спалили. Это мы читали, да? Насколько я могу помнить. На четвертый этаж. Нам надо. Четвертый, подтверждаю. Давай, поехали, поехали, поехали. Сейчас раскидушечка будет. Эй, ты чего? Думаешь, как там дела у твоей сестры? Да. И о том, какой же я трус. Почему? Бумажный журавлик. Мы здесь, девочка. Я так больше не могу. Я просто хочу поспать. Это ты, Мисаки? Почему ты не можешь уснуть? Я перестала видеть, поэтому мне сделали операцию. Теперь я только закрыл глаза, так сразу вижу какую-то страшную тетю. Ей пересадили роговицу. Возможно, она видит последнее из того, что видел донор. Дверь на третьем этаже никогда не открываю. Страшная тетя всегда выходит оттуда и идет прямо ко мне. Не бойся, я ее прогоню. Теперь мы знаем про донора роговицы и странную дверь. Надо посмотреть, что писали медсестры с третьего этажа. Пойдем посмотрим. Здравствуйте, товарищи. Извините, что я без приглашения к вам. Вот. Сука, не успел. Как же плохо. А вот сейчас мне с этой страшной тетей надо будет драться. А чем я буду драться? Луком? Надо идти дальше. Видимо, луком. А у меня стрелы на луке вообще есть?
мне жопа. Мне жопа. Такими темпами... Три стрелы. Сука! Так как так вообще? Давай только не поворачивайся по-братски. От этого мне не очень хочется. Нормально. Так, сначала давайте посмотрим, что там пишут медсестры. Может, тут есть история болезни этой девочки? Опа. И что мы тут видим? Статуи Сиса – скульптурные изображения существ из мифологии Окинавских островов, которые защищают людей от злых сил. Вот так вот. Записка, адресованная главврачу. Когда я пришла в операционную, Авада уже задыхался, спасти его не удалось. Перед смертью он много раз повторил, что видит какую-то женщину в маске. Я тоже увидела ее, она была похожа на тень и не могла дальше оставаться в комнате. Теперь эта женщина меня чуть ли не преследует, и не только меня. Искренне прошу закрыть эту операционную, пока среди пациентов не поползли слухи. Вот. Это, видимо, наш клиент. Пойдем сейчас поговорим с ней. Не открывается. Почему? А как сделать, чтобы открылось? Найдите бумаги. Пойдемте посмотрим на первом. Возможно, там что-то есть. Записи какие-нибудь, да? Нам же бумаги какие-то надо найти. Регистратура где у вас? Алло, что за больница такая? Что-то непонятное происходит. На третий этаж, только что там были. Какие бумаги найти, я так и не понял. Вот эти, наверное, заметка медсестры, 20 августа. После пересадки роговицы Мисаки плохо спит. Каждую ночь вызывает медсестру. По ее словам, когда она закрывает глаза, к ней приходит страшная тетя. Похоже на послеоперационный бред. Если в ближайшее время симптомы не исчезнут, понадобится психиатр. Помощь психиатра. Так, и что? А что дальше-то? Это не совсем то, что мне нужно, если честно. Какой-нибудь пароль или код. Какой-нибудь пароль или код от двери дайте мне, и все, и мы с вами разойдемся. Не хотят. И код давать не хотят, и дверь открывать не хотят. Возможно, на четвертом этаже что-нибудь. Что-нибудь найдем.
Так, здесь сеструха у нас чилила. Так, тоже не то. Так, а какие бумаги мне тогда нужны? Вы что хотите? Какие бумаги? Сиюки Кото перевели из 403-й палаты, 402-ю. 405-й жалуется на шум через стенку. В 410-й палате низкий напор воды. В 417-й лежала наша сестра. Ну и что? Ну вот и что? Что вы хотите-то от меня? Какие бумаги мне нужны? Я на третьем этаже. Вот я продолжаю идти по третьему этажу. Вот захожу на стрёмную кухню и стрёмную столовку. И не вижу бумаг. А какие бумаги вы от меня хотите? Ох, как я так через дверь прошмыгнул. Непонятно. Непонятно. Вот бумаги, да? Отчет о происшедшем с Кентой Авадой. Кента Авада поступил в больницу с переломом правой бедренной кости. Лечение проходило в штатном режиме, была назначена дата выписки. Однако ранним утром 23 июля Аваду обнаружили мертвым в операционной. Причину смерти установить не удалось, следы насилия отсутствовали. Поскольку Авада был зарегистрированным донором глазных яблок, был организован поиск пациентов, нуждающихся в пересадке роговицы. По словам медицинского персонала, в день после обнаружения тела в операционной происходили необъяснимые явления, в связи с чем на дверь был установлен замок. В настоящий момент доступ в операционную ограничен и возможен только по коду 74398. Наверное, Кента Овада и есть тот самый донор роговицы. Теперь мы знаем код от двери. Давай попробуем попасть в операционную. А вот и наша запертая операционная. Ввести пароль, вводим. Ну, глянем, что там. Ох, блядь, стрёмно. Тут кто-то есть? Ну, наверняка кто-то есть, да? Если кто-то смеется, то значит кто-то есть. Блять, хрен пойми, куда идти. Не, ну стремновато, честно. Особенно, когда понимаешь, что... Сейчас придется драться, а драться тебе почти что нечем. Тоже такое себе. Она стоит перед глазами, и все тут. Здоровенько. Помогите! Я очнулся тут посреди ночи. И на меня напала какая-то страшная тварь. Такая страшная, что я теперь не могу ее из головы выкинуть. Любопытно. Должно быть, ты и есть донор. Какой донор? Донор чего? Одной девочке пересадили вашу роговицу. Она тоже видит эту женщину. Ну и ну. То есть она страдает из-за меня? Угу. А если прогнать тварь, которая меня убила? Может быть, тогда девочка перестанет ее видеть? Она уже не рада, что вообще видит. Мы так и так не сможем уйти, пока не изгоним этого Йокая.
Ну да, осталось только его найти. Надо ее найти. Нашли. Вот она. Как тебе моя огненная магия, блядь, дура? Так-то лучше. Я в тебе не сомневался. Ну все получается, да? Мы вернулись в больницу? Это значит, что людям тут больше ничто не угрожает. Че, вы нормально, алло? Прозрачно. Проверьте оба. Закройте глаза. Точно? Вы не врете? Не бойся, не врем. Она пропала. Ну и слава богу. Прости, пожалуйста, что так получилось. Ничего, зато я тебя снова могу видеть. Спасибо. Я рад, что для тебя все закончилось хорошо. Спасибо большое, что помогли. Огромное-огромное спасибо. Надеюсь, теперь они обретут покой. О, нифига тут душ насыпало. Посыпались, как семечки из порванного пакета. Так, давайте, вызываю лифт. Дальше, что у нас дальше по планам? Мы можем пойти по основному сюжету. Да? Я думаю, стоит посмотреть, что там идет за церемония. Либо две эти серии посвятить сайдовым квестам. Либо... Да, я сейчас закончу. И типа следующая серия уже будет про то, как я бегу. Похоже, вы прогнали страшных тварей из больницы. Бегу к этому лучу, который там образовался. Призраков на улице как будто стало сильно больше, и они стали сильнее, это однозначно. Так, раз задача, два, три, четыре. Я побегу сюда, раз уж я здесь, и эта серия у нас про сайд-квесты, прохождение их. Ну что, придется драться. Ну и зачем ты бежишь за мной, дура? Ты ж ничего не сделаешь мне. Дело, а так не смог до него дозвониться. А потом мне сказали, что он пропал. Просто взял и исчез. Никто не мог его найти. Странно.
Странно все это, честно говоря. Ну, что-то да, странноватенько. Давайте зайдем. Рабочий говорил, именно этот этаж был странным. Сам я бы не мог, если бы не зашел. На каком этаже они сказали? На четвертом. Ну ладно. Давай тут походим. Вдруг найдем что-нибудь. Нет, ну давай походим, конечно. Какая-то эта стена странная. Йокай! Ну, Рикабе. Наверное, это он спрятал комнату. Давай посмотрим, что в ней. Записка от мужчины. Пока что живу здесь. Вряд ли дома обрадуются, если я принесу картину. А тут можно целыми днями перед ней сидеть. Смотрю на нее и забываю про все свои проблемы. Когда-нибудь продам отель и поеду с ней путешествовать. Я, наверное, уснул. Дверь исчезла. Остались только стены. Отсюда никак не выйти. Что происходит? Смирился. Главное, что мы с ней теперь вдвоем. Хочу остаться здесь навсегда. Значит, его запер здесь Нурикабе. Хотя, если судить по этой записке, он был совсем не против. Может, потому что он любил женщину с картины? Чертовщина какая-то. Произведение мастера гравюры Утамаро Китагавы. Так, ну получается, что все. Ладно. Это было быстро. Комнату спрятал Нурикабе, это такой йокай. Хозяин отеля тоже пропал из-за него. Значит, во всем был виноват йокай? Но и это многое объясняет. Спасибо, что выяснили, иначе я так бы тут и стоял. А, это просто какой-то любопытный призрак, да, который решил такой посмотреть, что вообще тут... Я слышал. И тупо залип там. Навечно. Ну, потому что надо своими делами заниматься, да, а не сплетни собирать. И... Так, мне, конечно, сюда надо было, но хотел я вот сюда. Потому что что? Потому что я накопил соточку. Это значит, что я могу купить секретные материалы. Смотри, больше ничего для него не нашел. Это вообще реально, да, такое? Заметка Кейки. Вот он. Нашествие Тенгу. Отчет Кейки о загадочном поведении Тенгу. Отыщите эту запись, чтобы получить дополнительные очки навыков духов. Главное, не покупай, что попало. Ладно, ладно. Навыки.
Выглядит симпатично очень. По длине Сусано. Так, что дальше? Пригодится. Дальше, очевидно, мы пойдем сюда, 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 сюда. А сначала давайте обнулимся. Нормально прилетело. Давайте я еще раз сюда перенесусь, так сказать. Ну что, друзья, вот такая вот получилась серия. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо вам за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.